Меня. Ну, садитесь сами.
несмотря на погоду, несмотря на занятость, несмотря, может быть, на небольшое количество людей, все равно должны быть. Они нужны. Они объединяют разные поколения. И маленьких, которые вон там в колясках уже уснули, не дождались конца. И бабушек, дедушек, родителей, детишек. Большое спасибо соседям, что они приехали на наше мероприятие, на этот праздник. Надеемся, что все-таки в следующем году народу будет больше. И в игровых программах не побояться конкуренции принять участие. Всем спасибо за то, что вы приняли участие. Большое-большое спасибо, конечно, организаторам. Сейчас это очень тяжело делать, организовывать такие мероприятия. Но, судя по трибунам, трибуны восхищены были. Правильно, нет? И мы в этом году первый раз проводим эти народные игрища. Раньше народные игрища принадлежали отделу культуры, теперь они будут навсегда наши. Надеюсь, что мы только будем приумножать наши традиции и расширять наш фестиваль. За первое место в турнире по русской лапте! Капитан по Александру! Держи, Александр, держите призы ваши! Грамотой награждается команда Федерации школьного спорта муниципальное образование Котельское сельское поселение за второе место в турнире по русской лапте. Хорошо. Ну и грамотой награждается Даманская Анна за первое место в конкурсе ведущих игровых программ межпоселенческого фестиваля старинных игр и забав народные игрища. Громову Анастасию. Спасибо огромное.